Доброе утро, команда, доброе утро, друзья. Как меня слышно и видно, дайте обратную связь. Поставьте плюсики, смайлики, приветы. Отлично. Альфия меня слышит. Все, посыпались. Еще раз здравствуйте. Сегодня с вами планерку проведу я, Булавцев Михаил, старший менеджер 22%. И сегодня я, как и обещал, поделюсь с вами успехами, секретами успеха нашей семьи, нашей команды. Друзья, на улице у нас солнышко, потрясающий день, уже весеннее настроение. Уже буквально на следующей неделе у нас наступает календарная весна. И нам необходимо, конечно же, каждое утро вставать бодрыми, веселыми, позитивными, энергичными. И для этого нам, конечно же, нужны силы, энергия и мотивация. Мотивация у нас есть, хоть отбавляй, но лучше хоть прибавляй еще. Теперь перейдем к силам и энергии. Друзья, итак, Альфия, ну, значит, завтра будет солнце. И сегодня я вам расскажу секрет успеха нашего утра, бодрого утра. И начнем мы с вами по порядку. Берем финики, уже от косточек отделенные. Берем один банан. Берем залитые буквально 5 минут назад хлопья овсянки молоком. Берем наш wellness коктейль. И мед. И, конечно же, берем наш блендер, блендер-стакан, который мы получили когда в этом каталоге из премьер-клуба, позавчера буквально. И сейчас мы будем делать наш энергетический завтрак. Заливаем хлопья с молоком. Данный завтрак нам принесет кучу энергии. Всем привет, я тут рядышком. Лили у меня за кадром. В ожидании своей порции завтрака. Меня Миша морил голодом, сказал, есть не будешь, только на планерке. Только на камеру. Давай, помогай. Мне понадобится еще чайная ложечка для меда. Так, ну, тут шмокер заберет. Нормально. Большую чайную ложку. Итак, продолжаем. Мы залили уже молоко, залили овсянку, мед, ложку. Закидываем 5 фиников уже заранее от косточек освобожденные. И закидываем банан целиком. Ну, целый банан, я имею в виду. Сейчас будет у нас супер завтрак. Закрываем наш блендер крышкой. И все. Готово к взбиванию. Ну вот наш завтрак и готов. Мы поделили. Вот террас. Wellness забыл. Ну, другой раз. Значит, другой раз. Значит, сейчас wellness отдельно выпиваем. Итак, наливаем порцию Лили. Спасибо. Приятного аппетита. И моя порция. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Секундочку. Вкуснятина. Все, теперь мы с новыми силами, с полной вообще энергии в боевом настроении будем начинать наш день. Да, вкуснотища. Друзья, вчера забыл похвалиться.
не знаю, похвалиться или просто рассказать. Вчера у меня было 2 года, как я уволился из полиции. Давайте, пока я рассказываю, вы пишите свои хвалилки, результаты вчерашнего дня, кто чем может у нас гордиться, похвалиться, какие достижения у вас в интернет-проекте, в семье, в личной жизни и так далее. Я вот хочу похвалиться, именно, наверное, похвалиться. 2 года назад, 25 февраля 2014 года, я уволился из полиции. И за эти 2 года моя жизнь кардинально изменилась. Я единственное жалею не то, что уволился из полиции, а то, что не сразу присоединился к проекту. То есть у меня чуть больше года было потеряно. Ну, и, конечно же, опыт я какой-то получил, работая на других, занимаясь другими делами. Но, конечно же, теперь понимаю, что нужно было сразу присоединяться к проекту, и сейчас были бы уже результаты гораздо круче, выше, интересней, чем сейчас. С вашего позволения, я буду завтракать только что приготовленным смузи-коктейлем на ваших глазах. Друзья, ну вот на фотографиях вы сами можете сравнить. Работа в полиции, то есть постоянное нахождение только в городе в своем, без выезда куда-либо, без разрешения. И на второй фотографии вы видите нас также счастливых, улыбающихся, обнимающихся, только уже в Москве на банкете директоров. Буквально пару часов назад на этом банкете нам Лиле вручили премию $1500, вызывали 2 раза на сцену. И вот такие вот счастливые мы были запечатлены на фотографии. Поэтому присоединяйтесь, всем хвалите, рассказывайте о результатах, ваших результатах, ваших лидеров в нашем проекте. Набирайте еще больше людей в свою активную команду. И, конечно же, встречаемся в следующем году на банкете директоров. И у нас с вами отличная возможность. У нас по 6-й каталог включительно идет квалификация на банкет директоров этого года. А уже начиная с 7-го каталога 2016 года по следующий 6-й каталог 2017 у нас будет идти квалификация на банкет директоров 2017 года. И у нас с вами отличные условия, отличные начальные результаты стартовые для того, чтобы уже начиная с 7-го каталога, то есть со старта квалификации на банкет, мы уже с вами вышли на необходимый уровень для кого-то 22%, для кого-то старший директор и так далее по лестнице успеха. То есть не дожидаться окончания квалификационного периода в 2017 году, а уже заранее выполнить все условия и расти дальше, чтобы вас неоднократно вызывали на сцену, неоднократно вручали чеки и премии. Итак, друзья, двигаемся дальше. Я вот не вижу от вас ни одной хвалилки. Неужели у вас вчера ничего такого замечательного, знаменательного не прошло? По нашей команде могу сказать, что вчера был огромный прирост. Я подвел итоги команды еще, наверное, где-то в начале 12 ночи, всей команды Лилии Донсковой. А буквально уже к 2-3 часам результаты чуть ли не удвоились. То есть настолько у нас кипит жизнь, что несмотря на время дня и ночи, даже ночью команда работает. И сегодня с утра мы легли в начале 2-го, а сегодня с утра были приятно удивлены, просто шокированы, как наша команда поддерживает активность, общается, работает буквально до 3 часов ночи. И сегодня уже в 7 утра у них подъем, они проснулись даже раньше, чем я, уже полные сил, опять сидят, работают, добиваются новых результатов, успехов. И о этих результатах мы с вами сейчас поговорим, увидим. Так, двигаемся дальше. Как раз вот сравнение каталогов. Каталога номер 2 и 3. Обычное сравнение, которое у нас проходит по понедельникам и пятницам. Сегодня мы с вами в преддверии окончания недели каталога номер 3. И давайте посмотрим на результаты работы нашей команды. Как обычно, зеленая зона – это люди у нас
идущие, опережающие предыдущий каталог, показывающий рост. Называть всех не буду, потому что практически у всех идет рост. У кого-то потрясающий, просто в разы увеличивающийся из каталога в каталог, несмотря даже на те цифры, которые там, 2, 3, 4 тысячи бонусных баллов, все равно проценты идут такие потрясающие. Кто видит себя на слайдах, ставьте плюсики, смайлики. Кто видит свою команду, также хвалите. И это еще не все. У нас есть еще один слайд. А я пока обращу внимание на чат, что вы пишете. Так. Да, я не сказал, это итоги подведены на начало 12 ночи вчерашнего дня. Как я уже сказал, за ночь у нас огромный прирост был, поэтому данные цифры мы увидим уже в понедельник по итогам работы за 2 недели нашего интернет-проекта. Так, у всех отличный настрой, у всех хорошие результаты работы вчерашнего дня. Друзья, вы уже посмотрели, увидели, кто себя, кто своих партнеров. Обращаю ваше внимание на рекрутинг. Вот снизу 3 строчки – квалифицированные рекруты, рекруты и стартеры. Чуть-чуть мы отстаем от предыдущего каталога. То есть чуть-чуть нам нужно приложить побольше усилий, чтобы не только догнать предыдущий каталог, но и, конечно же, его перегнать. И как мы все знаем, квалифицированные рекруты нам нужны для квалификации на менеджерскую конференцию в Сочи. На текущий момент у нас 11 квалифицированных рекрутов, в прошлом каталоге у нас было всего 42 квалифицированных рекрута. То есть в этом каталоге нам нужно еще больше показать результат по квалифицированным рекрутам, чтобы все партнеры, которые с нами квалифицировались в первом каталоге, то есть прошли первый шаг из 7 для поездки на конференцию менеджеров в Сочи в сентябре, им сейчас необходимо также повторить результат предыдущего каталога. Очень внимательно отнеситесь к этой конференции. Для кого-то это будет, для большинства это будет ваша первая конференция, ваш потрясающий шанс познакомиться со всей командой, с лидерами, топ-лидерами компании Reflaim, с руководством. То есть такие шикарные возможности предоставляются нам всем, поэтому держимся за них всеми руками и ногами, зубами, когтями и, конечно же, выполняем условия. Да, Лиля, правильно говоришь, работаем над переходом, количество новичков у нас хорошее, работаем с ними и переводим их, соответственно, в рекруты и квалифицированные рекруты. Двигаемся дальше. Друзья, поздравляем наших квалифицированных рекрутов, наших новичков, активных новичков, которые к нам присоединились и в течение 21 дня с момента регистрации разместили свой личный заказ на 100 баллов и более. Обращаю ваше внимание, большое количество новичков сразу же в свой первый каталог выходит на как минимум на уровень 3%. И это еще только 2 недели, буквально полторы недели прошло каталога, меньше 2 недель, и у нас уже такие активные новички. Поздравляем наших новичков, их спонсоров. Благодаря работе их спонсоров, конечно же, мы видим текущие результаты. Новички сами придут, посмотрят, ничего не поймут и, конечно же, уйдут с проекта. Потом будут везде негатив выливать, то, что Reflaim, ничего у меня не получилось, никто меня ничему не научил. Все это брехня и лохотрон. Все зависит от вас, от той работы, которую проводите с новичками вы. Думаю, все понятно. Двигаемся дальше. Программа «Турборост». Очень потрясающая программа в качестве прибавки к нашей основной зарплате, к нашим вознаграждениям. Мы имеем возможность получить
Шикарные премии от 1500 рублей и до 12. И в сумме, если пробежаться по всем ступенькам лестницы успеха, то мы можем получить дополнительно 31 500 рублей. Друзья, я напоминаю, что в этом каталоге, в каталоге номер 3, нам необходимо вам, нам, то есть всем участникам нашей команды, как минимум сделать уровень менеджера 9%. Поэтому вы сможете дальше участвовать в программе Турборост. Если вы, то есть официальный срок действия программы, 4-й каталог 2016 года включительно. Но для тех партнеров, которые выйдут у нас на уровень в 3-м каталоге 9%, то есть включатся в выполнение условий данной программы, данная программа будет действовать до окончания года. То есть для вас уже в следующем каталоге вы получите премию 1500 рублей, если вы менеджер 9%. Потом также прыгаете на ступеньку 12%, подтверждаете ее, получаете премию. То есть для вас данная программа будет идти уже до окончания года. Именно для вас, как менеджеров, под 9% и больше. Напоминаю, что важно иметь процентный отрыв оба каталога, первый и второй подтверждающий. И важно иметь личный заказ на 150 бонусных баллов во второй каталог, для того, чтобы получить заветную премию. У нас был случай несколько каталогов назад, когда партнер, выйдя на уровень 12%, забыл про программу Турборост и не совершил, то есть выполнил условия по отрыву, но не совершил личный заказ 150 баллов. Соответственно, ни вознаграждение не получил, ни премию по программе Турборост не получил. Обидно, но здесь уже личное решение такое было принято. И давайте посмотрим на потенциальных участников, точнее потенциальных получателей премии Турборост в каталоге номер 3 в текущем. Вы видите, 8 человек у нас имеют возможность получить премии. 3 из них уже подтвердили результаты прошлого каталога и фактически получают. Но им необходимо в этом каталоге показать как минимум в 1% уровень отрыв от своих нижестоящих партнеров. На текущий момент такой отрыв имеется, но в случае, если под вами ваши партнеры выходят на новый уровень, то вам необходимо, соответственно, достичь еще большего, еще нового уровня для того, чтобы получить свою заветную премию. Поздравляем уже квалифицировавшихся в этом каталоге людей. Желаем удачи всем остальным для того, чтобы подтвердить свой уровень, получить премию и, конечно же, хвалиться данными деньгами, своими чеками, вознаграждениями, премиями для того, чтобы, конечно же, привлечь новых людей. Друзья, как раз по поводу новых людей, по поводу общения. Рекомендую, помимо работы в интернете, еще и общаться со своим теплым кругом. Родственники, знакомые, друзья, коллеги и так далее. То есть всем направо и налево рассказывать о возможностях компании Oriflame. Если вы им не расскажете, то им расскажет кто-то другой. И правильно, важно правильно рассказать, преподнести информацию. Желательно, если есть возможность, познакомить с вышестоящими лидерами, менеджерами, если имеется возможность в вашем городе встретиться, если нет, то созвониться по скайпу и рассказать человеку как раз о всех возможностях сотрудничества с компанией Oriflame. Ведь очень приятно, очень потрясающе вести свой бизнес, работать в проекте с людьми, которые находятся рядом с вами. То есть совместные какие-либо мероприятия, совместные тусовки, совместный отдых. Все это вы сможете делать буквально ежедневно у себя в городе. Это, конечно же, будет давать вам новые фотографии, новый заряд эмоций, восторга и, как результат, новые результаты, новые достижения. Двигаемся дальше.
Да, друзья, кстати, про новые, про тусовки совместные, про отдых, работу, вы все это видели на недавнем семинаре 24 февраля, когда выступали молодежная команда из города Рязань. Они делились опытом, как они работают, то есть они работают в интернете, набирают людей, приглашают их на собеседование, на живое собеседование в офис. В офисе с ними общаются, в дальнейшем кто-то присоединяется, кто нет, и они очень активно совершают какие-либо такие массовые мероприятия, когда набираются у них под 1000 человек и больше. То есть ребята активно отдыхают и своим примером, своим отдыхом показывают все возможности компании Oriflame, что благодаря Oriflame они имеют такую возможность, имеют такие организаторские способности для организации таких потрясающих мероприятий, праздников. Также и у нас, благодаря компании Oriflame, люди могут увидеть уже новый уровень нашего отдыха, наших путешествий. И, конечно же, благодаря фото, видео, репортажам, отчетам подобных мероприятий, люди будут интересоваться вашей жизнью и приходить в данный проект уже на вас, как на бренд. Двигаемся дальше. Друзья, ну и, конечно же, второй шанс у нас на квалификацию менеджеров 2016 года в городе Сочи идет полным кодом. Компания пока не подготовила автоматический отчет по фамильно, кто у нас участвует во втором шансе, кто успешно проходит квалификацию. Поэтому вся ответственность сейчас ложится, весь контроль, работа, проведенная работа ложится только на ваши плечи, на плечи ваших вышестоящих менеджеров. То есть вы должны лично отслеживать ваше количество квалифицированных рекрутов в каждом каталоге, ваш текущий уровень, ваш потенциальный прирост. И, конечно же, в 16-м каталоге для большинства из нас, из наших новичков, которые стартовали на начальном уровне 0,9%, необходимо уже выйти на уровень 15%. То есть потенциально в 6-м каталоге 2016 года, сейчас у нас идет 3-й, скоро 6-й, кажется, что долго, но буквально сейчас май месяц наступит, и уже в конце мая начинается 6-й каталог. Поэтому время пролетит очень незаметно. И уже хочу сказать, что в конце мая в 6-м каталоге у нас будет огромное количество новых 15%-ников. Тех людей, которые будут успешно выполнять новые квалификации. И, конечно же, за счет них вырастут все. Вырастут как нижестоящие партнеры, которых будут стимулировать данные участники, потенциальные участники, они сами вырастут и вырастут их спонсоры. Поэтому очень важно провести работу, провести планирование. И по данной конференции завтра Лилия Донскова проведет планерку, очередную планерку клуба путешественников, которая будет посвящена только конференции менеджеров в Сочи. Итак, друзья, спасибо. На этой ноте я хочу завершить нашу планерку. Сегодня я с вами поделился своими успехами нашего активного, энергичного, позитивного дня. Теперь будем бегать как заведенные. Результат мы с вами подведем уже вечером. И всем успехов, удачи. Нам очень нравится, какой сейчас темп роста взяла команда. Держите этот темп, наращивайте его. Осталось еще чуть больше недели, буквально 9 дней для окончания каталога номер 3. Потрясающего каталога, который у нас побьет все рекорды и возведет в историю, в текущую историю интернет-проекта «Карьера онлайн» как самый результативный. Друзья, еще раз успехов, всем отличного дня. Мы всегда на связи. Ждем ваших звонков, ждем ваших новичков для собеседований. Всем удачи, пока-пока!